Владимир Константинович Астахов почти 40 лет отработал в мытищинской спортшколе и воспитал отличных баскетболистов. Несколько лет назад было принято решение проводить турнир памяти Астахова в физкультурном комплексе «Олимп». За это время соревнования стали традиционными и расширили географию участников. Многие команды из регионов уже планируют специальный календарь для того, чтобы оказаться у нас здесь на этом турнире. Потому что все условия для этого есть. Отличный зал, гостиница, питание, все. И детям, конечно, приятно приезжать в Мытищи. В этом году в турнире сражаются 8 команд. 4 девочек и 4 мальчиков 2008 года рождения. Сейчас на арене Тула и Мытищи-2. Мы играем, конечно, нападение, у нас хорошее, но защиты нет. Можем там трехи пропустить, когда забивают. Вот. Но сейчас пока что лидируем. Спортсменки играют дома. Казалось бы, это уже преимущество. Но соперницы просто так отдавать победу не собираются. Сейчас все напряжены. Стараются выиграть, всем хочется победить. Лучшая игра с мячом – это баскетбол. В этом уверены все профессиональные баскетболисты. Турнир памяти Астахова – отличная площадка для юных спортсменов, чтобы набраться опыта, а также подготовиться к следующему этапу. Это один из этапов, опять же, подготовки. Следующий год юношам и девушкам играть уже, участвовать первенство России. Турнир проходит 3 дня. 5 февраля Подольск сыграет с Казанью, Мытищи-2 с Ярославлем, а Пантера Москва с командой Мытищи. В завершении участников и гостей ожидает награждение и торжественное закрытие. Алла Салаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.